Друзья, здравствуйте! Сегодня хочется поговорить о вибрациях. Самый распространенный источник вибраций в зимний период ⁇ это грязь на внутренней полке колеса. Помимо грязи на колесах, очень распространенным моментом является разбалансировка колеса. Лечится это в шиномонтаже, когда на машине снимается тормозной диск, либо меняется тормозной диск. Здесь неприемлема грязь, ни в каком виде. Если попадет грязь под тормозной диск, будет биение очень важно учитывать вот этот диаметр ступицы. Когда покупается колесо с большим диаметром, необходимо использовать обязательно проставки. И когда колесо одевается, тогда будет пойман центр. Болты, они просто прижимают отцентрованное колесо. Бывает еще так, что давишь на газ, происходит сильнейшая вибрация. Газ сбрасываешь, и машина идет ровно как стрела. Такое поведение на 99% указывает, что у вас разбиты приводы. Именно внутренняя часть триподы. Обратите на это внимание. Ну а на сегодня у нас все. Легких-легких Легких вам ремонтов, всего хорошего и до новых встреч!